Всем привет! Мы отправляемся в путешествие. Мы уже проехали 30 километров на легковом автомобиле до поселка Басьяновский. А теперь пересаживаемся вот на эту малышку. Нам предстоит еще 3 километра по лесам и болотам. И все это ради фестиваля «Порывной ловли». Сегодня фестиваль собрал на Басьяновском озере больше 50 участников из Верхней и Нижней Салды, поселка Тагильский кордон и деревни Северная. Все они променяли комфорт теплых квартир на перспективу просидеть несколько часов в ожидании поклевки. Клюет? Вопрос риторический. Рыба клюет вчера, завтра и под тем берегом. Вообще-то клюет. Ну, штучек 10 окуньков. Небольших, но приятно. Вот, была поклевочка, но, к сожалению, вот она, рыбка. На что ловите? На малинку или на мотыля. Это название личинки комара-дергунца и близких к ним видов. Так биологи говорят. Один из самых опытных рыбаков на этом фестивале – Надежда Турицына. Она знает каждый водоем в наших окрестностях, где что клюет и какие снасти необходимы. На ее счету уже не одно достижение на соревнованиях такого размаха. А что здесь вообще поймать можно? Ну, у нас здесь только щука, сорожка, карась, окунь. Ну, это и верхоплавка есть, но она мало тут. Сказали, ротан есть уже, попадается. А рассчитываете ли вы сегодня на победу? Ну, как бы, это хотелось бы, конечно, это самое, как получится. Кто у вас соперники? Соперники у меня Надежда Петрова, мы с ней постоянно. Вот, и еще какие-то две женщины записались из Салды, но я их не знаю. Вот, поэтому 4 человека на женской команде всего. Что нужно для победы? Вот сколько нужно примерно собрать? Ой, да что вы! По-моему, там это, как по общему весу, у кого больше вес, тот и выиграл. На льду сегодня можно было встретить и целые семейства, для которых рыбалка – это определенно любимое хобби. Вот, например, семья Петровых сегодня приехала в полном составе. Отец и сын борются в семейном зачете, а мама соревнуется в женской категории. Обязательно победить. Ну вот у нас сынок сегодня нас победит, наверное, я думаю. Только у него все срывается, да срывается. Сегодня я его, как говорится, отругал, потому что он рыбачить не умеет. Оказывается, он умеет рыбачить. Я-то думал, я умею, а я не умею, похоже. У меня сегодня одни осечки. Фестиваль по зимней рыбалке – это медитация на природе, обмен опытом в рыбацком деле и, конечно, выявление лучшего. В общем зачете им стал Дмитрий Андросов, в женском удачливе оказалась Людмила Савельева, в соревнованиях среди семей первыми определили Сибагатулину. Анастасия Лихотворик, Евгений Марычев, новости в СМПО «Висма».